Друзья, всем привет! Пригнав очередной автомобиль с Европы. Раньше было как? Я пригнал машину, поставил у себя ее на парковке, сажусь в свою машину и вау! Вот оно родное, везде все удобно, везде руль, кнопочки, все классно. Сейчас такого ощущения нет, потому что та машина, она тоже была удобная, комфортная. Часто спрашивают, а на что бы я поменял Volvo? Вот на эту машину Volvo можно было бы и поменять. Когда общаюсь с разными людьми, меня спрашивают, почему же Volvo, почему же другие автомобили, почему не Mercedes, BMW, Audi и все остальное. Потому что Volvo классно, потому что Volvo комфортно. Я там себя чувствую очень неплохо. Но если взять для сравнения Volvo вот такого года и Audi вот такого года, то Audi очень хороший, спорный конкурент для Volvo. Относительно даже молодежи. Друзья, на всякий случай я буду пояснять разницу с Volvo. Почему Volvo? Потому что Volvo XC90 у меня есть в личном использовании, у меня есть с чем сравнить. У меня большой опыт по Volvo, я их много выбрал, я их очень много пригнал, поэтому будет частичное сравнение Audi Q7 и Volvo XC90. За что не возьмись, приборка, коробка, менюшка, даже... Блисы, вернее не блисы, здесь это называется слепая зона, назовем ее так, в Audi лучше. Да, оно в Volvo работает, ну в Audi прикольнее. Если в Volvo едешь, ну да, но эти блисы моргают. В Audi лупит так, если вот, ну камера конечно не увидит, не передаст, хотя я сейчас попробую. А скорость не та, здесь оно работает после 30 км в час. И поверьте, такие вспышки в глаза лупят, что не пропустишь, если будет машина в мертвой зоне. Здесь, конечно, плюс Audi. Ручка коробки передач. Удобно. Ну, в следующий, конечно, еще удобнее, но следующий это уже концептуально другой автомобиль. Коротко, тезисно по автомобилю Audi Q7. Что людей ожидает, когда они себе купят вот такое вот чудо? Ну, я как бы знаю, но я знаю не так много, как знает Александр. Я вас приветствую. Был пригнан автомобиль Audi Q7, 2013 год, с двигателем 3 литра турбодизель, рестайл, S-Line. Отталкиваясь от информации, которая была, и смотря на общее состояние автомобиля из Европы непосредственно, без пробега по территории Украины, могу сказать следующее. Давайте разделим по агрегатам. Двигатель. До этого автомобиль ездил сугубо на качественном дистопливе. Приехав в Украину, он начинает ездить не всегда на самом нормальном дистопливе. Первый момент. Что вас ждет? Мой личный совет и многих людей, которые обслуживают эти автомобили. Удаление сажи и ката при условии, что вы не будете ездить в Европу. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше есть вероятность, что двигатель, даже рестайловый 3.0 дизель, сможет возыметь эффект течения. Дальше. Структура по подвеске не изменилась. Между рестом и дорестом практически нет никаких отличий. Теперь то, чего есть у Audi и то, чего никогда не было у Volvo, это пневмоподвеска. Для тех, кому хочется пожестче, ставим режим динамики, тогда будет вот так же, как у Volvo. Если же вдруг нужно покататься вальяжно, ставим комфорт, машина поднимается, она становится более мягкая, более... Валкая, конечно, на поворотах, но на высоких скоростях, конечно, эта же машина, она понимает, что она едет быстро, особенно когда в авторежиме стоит, и машина автоматически падает на пузо, чем уменьшает свой центр тяжести, она становится более рулежная, более управляемая и более динамичная. Поэтому для тех, кто любит порысачить, конечно, Audi здесь плюс. Volvo так не поедет. У Volvo вот есть определенный дорожный просвет, вот он заточен под то, чтобы ездить комфортно, и все. Да, она там где-то валкая на поворотах, а вот здесь все эти вещи можно запросто регулировать. Ситуация следующая. По компрессору происходило поднятие температуры до 200 градусов. Единственное, что меня волнует в этой всей ситуации, почему она не выпала в аварию. Ага. По одной простой причине. То есть, если банально датчик температуры видит, что компрессор уходит, да, то он должен выпадать в аварию. До 200 градусов он не должен нагреваться. Ага. Вот и все. Но все равно вопрос у нас больше всего, что где-то в железе самом. Потому что если бы у нас была электрика, у нас бы был обрыв цепи. А, ну да. Логически, да. Все. Вот это единственный нюанс. Конечно, конечно. Вот среди адекватных мастеров Саша один из них. Ну да, вы же сказали, что Все европейские машины, когда они сюда приезжают, там они идеальны по ходовой. Я предупреждаю сразу, ездить в разных режимах. Комфорт, авто. Вот авто наилучший вариант, чтобы она сама себе там репетировала всю подвеску. Везде плавающие сайлентблоки. Вы как начнете по нашим дорогам ездить, вам начнет казаться, что у вас нету ходовой. Ну, образно, да? Потому что она привыкла к классным дорогам. Здесь у нас надо постоянно менять ей положение, чтобы сайлентблоки не залеживались в одном. Вот это единственное, что я вам так посоветую, потому что все машины, которые приезжают с Европы, люди, блин, я оттуда пригнал, все идеально, все, сюда начал, проехал 200 километров, у меня капец начинается. Да. Здесь... То есть там, в принципе, вот это единственное. Здесь она уже 500 километров проехалась, да. То есть... И вопросов у меня не возникает. Как часто сыпется ходовая? Скажу по своему опыту, что тут разница... идет вот на две категории. Если мы говорим о машине, которая была куплена здесь, в Украине, и ездила здесь, ходовая будет подсыпаться в зависимости от того, где ее используют и в каком городе, конечно, но до 150-200 тысяч редко выходят узлы и агрегаты. Все еще зависит плотно и ясно от размера дисков, которые стоят на машине. Если это а-ля стандарт 18-й, да, то, конечно же, у нас меньше будет вопросов. В частности, ну, даже... Да, а если у нас идет 19 это редкость, 20 21 все. Дальше вы готовитесь. И самое веселое, что вы готовитесь к нижним шаровым, которые вылетают, а внутренние сайлентблоки на нижних рычагах не вылетают. Но вам проще поменять банально полностью нижний рычаг, потому что сейчас заменители есть. И я скажу так, что заменители очень качественные. И это не лимф. Фёрдер, потому что отказных вариантов по лимфёрдеру у меня валом, да, то есть мы говорим о других производителях и так далее, и они стоят не так дорого, цена, то есть цена вопроса рычага. Нижнего рычага на базу Q7 Touareg Cayenne это всего лишь 4 300, 4 500 одного рычага. Извините, если вы посчитаете реставрацию шаровой, если вы посчитаете замену сайлентблоков с работы и покупку этих сайлентблоков, то, честно, в параметре получения новой детали это не так дорого. Восстановление, заливка с нового сайлентблока это в районе 2000 гривен. Шаровая плюс-минус также. Так. Но это, опять-таки, это все восстановлено. Это, да. И это неизвестно, сколько будет вот ходить. Окей. Особенно восстановленные. Пошли дальше. Шары. Какие есть слабые места? Слабые места? Нет машин без слабых мест. Давай так, слабое место. Еще напомню про верхние рычаги, да, то есть которые незаметны и только банально машина держится, все едет, но только там при переездах определенных моментов мы видим, что сайлентблоки верхних рычагов гуляют внутри. Они как бы не разорваны, но они гуляют в обойме. Ну, верхние рычаги вам скоро, говорю сразу, скажут. Именно по сайлентблокам вы начнете слышать это, особенно на этих колесах. Они целые, но они имеют ход. Там смотрел, было все так чисто. Здесь заехал в лужу и пипец. Все, днище грязное. Ну что, у него там была бирка, что он там масло менял, но это же ни о чем не скажет, правильно, Николай? Я думаю, что менял, потому что оно, когда я выезжал, оно не было черное, оно... Ну, лучше его заменить, да? Его заменить нужно только потому, что у них очень большой интервальный пробег. И у нас, и за счет того, что у нас в топливе содержится очень большое количество серы, то у нас это топливо разрушает саму химическую формулу этого масла. И оно не работает у нас. То есть оно не long life, оно обычное. Там по 8-10 тысяч и меняем его. То есть, грубо говоря, каждые 10 менять, ну, чтобы не забывать. Да. Сколько все-таки стоит замена масла, допустим, пойдем поэтапно в двигателе? Сколько туда влазит? Ну, я знаю, сколько туда влазит, но тем не менее. Возьмем нечто среднее, не топовое, не без названия масел, без рекламы. В среднем. Учитывая последнее подорожание масла, как такового качественного у хороших поставщиков, то в среднем 1 литр масла будет для вас стоить от 200 до 260-70 гривен за литр. Если мы говорим о 3 литра дизеле, это будет 8 литров. Если мы говорим о V8 битурбодизеле, это те же 9 литров. Интересно, что вот емкость поддона и сливного всего элемента не меняется. Дальше фильтра. Мале, ман, это пока что один из самых неплохих вариантов. ТО на дизельный мотор, вот именно если мы говорим о замене масла в ДВ, ну, в дизельном моторе, замена фильтр воздух, фильтр салона и фильтр, например, топливный с сливным колечком, да, на пробочке, то это будет в районе 3-300. То есть масло, фильтра, да, кольца, масло, все фильтра, включено. Да. Вот это стоимость, та, которая вас ждет. Раз на 10 тысяч. Дальше идем раздатка. Раздатка — это 2 литра масла в районе по 291 гривне плюс и выше. 600. 600. В коробке. В коробке. Сколько там частичная у нас замена? 6 литров плюс 1 я всегда делаю с пролитием наверх, а потом слив до выставления уровня. Задний редуктор. Задний редуктор, передний обязательно. Задний редуктор плюс передний редуктор — это у нас 3 литра масла. 75-90. На летний период, если уж вы джазуете и любите это дело, то заливайте 75-140. Но на зимний вариант это не лучший вариант. Если говорить о цене на 75-90, то цены разнятся от 300-350 гривен, и если уже брать высокую группу Redline-овскую, да, это там минимум 500-550 гривен за литр. Вера в масло у каждого своя. Да. Я просто его проверил на этих машинах, то есть у меня, например, обслуживается одна V12, например, да, 6-литровая, вторая 4,2 битурбодизеля, то есть вот они, ну, битурбодизеля, например, 4,2 добежали уже там пробеги по 400-500 тысяч. Ага. И в бензиновые моторы я тоже люблю это масло. Оно низкозольное, у него очень хороший моющий эффект. И если вы хотите еще поездить на своем сажевике с катализатором здесь, и пока не морочит себе голову, то я бы вам советовал. Ну, это единственный момент. Оно стоит просто не так, как Liqui Moly. Liqui Moly сейчас цена на литр масла, если мы говорим, или молиген, например, да, или с допуском, да, то это где-то в районе 370 аж гривен уже. Какая-то вот легкая припотелость есть. Не сказать, что течет, так нет. А так везде сухенько. Ладно, сейчас снимут, посмотрим. Итак, что мы здесь имеем? Так, ну тут не течет ни с поддонов, ни с сальника. Красота. Страшная сила. Те, кто говорят, что Volvo дорогой в обслуживании, они то ли завидуют, то ли никогда не имели этого автомобиля в использовании, потому что Volvo на самом деле он недорогой в обслуживании. И самое интересное то, что Audi придется обслуживать раньше по пробегу. Всякие течи масла, всякие болячки вылазят у Audi раньше, нежели у Volvo. И я уже молчу про пневмоподвеску, когда замена компрессора с клапанами — это в районе $800 с работой, а за $800 у Volvo можно поменять большую часть ходовой. Поэтому тут вот такая вот система, вот такой вот плюс, вот такой вот минус. Что касательно самого двигателя, у Audi к 200 тысячам у него начнет уже сопливить обе головы, если мы говорим о 3-литровом турбодизеле. Если кататься на плохом топливе, который забивает клапан EGR, то получим еще дополнительно, начнет сопливить турбина. И я уже молчу про то, что к 300 тысячам придется поменять цепи. Все в куче, ремонт цепи, переклеить головы, раз туда уже лезть, это в районе $1500. За $1500 у Volvo можно купить еще один двигатель. И это я говорю за большой 4.4, а маленькие стоят в районе там до 1000. Поэтому касательно ремонта Audi будет дороже, но Audi будет и более многогранный. Можно будет и на пневмоподвеске поиграться, да и в общем-то и все. Хотя приятнее в салоне может быть. Даже не то чтобы приятнее, а слегка современнее, назовем это так. У меня вопрос к правой голове. Сейчас посмотрим. Да, есть. Ну, а что вы хотели? Это 3 литра дизель. Не, я ничего, я просто по сравнению с тем, как течет аж у других. То есть я когда лазил, когда я осматривал, я помазал. Замою. Мы даже сейчас это замоем. И вы дальше поездите, понаблюдаете. У вас, ну, там первый раз только взглянул на машину, то есть у вас машина идеальная сейчас. Спасибо. По сравнению с тем, что ко мне приезжает, то есть 2 секунды, подожди. Вы себе не представляете. Вот официалка приехала, ну, правда, пробега 300. Вы себе не представляете, что там такое. Вот все днище, можно сказать, в обработке. Поняли? То есть они текут бойко и дико. Течи в развале блока по сепаратору, их не избежать. Частая замена масла спасет, в принципе, в этом случае, и замена всех жидкостей. О частом варианте я говорю как о 10 тысячах для дизеля. На низкозольном масле, которая будет хотя бы вымывать все внутренности двигателя. А можно, пока Саши нет, отстегнуть один патрубок, посмотреть, нет ли там лохмитя в турбинке? Да, кстати, блин, 150 тысяч и сухая турбина. Это просто пипец, как хорошо. Это просто подарок судьбы. Турбина. Вот что я могу сказать. Как часто вытекает масло с патрубков, интеркулера и... Тоже делится на две части. Все зависит от того, как вы ездите. Не был ли там кто-то до вас. У меня есть автомобили с пробегом уже под 400 тысяч. Что 3 литра дизель, что 4,2 битурбодизель, да? И я скажу, что люди, ездящие на этих автомобилях, обслуживающие их вовремя, они не имеют проблемы с подставлением стакана под патрубок интеркулера, при снятии его с интеркулера. И даже нету не то, что люфтов. Ну, люди просто ездят, они не рвут их, да, они... Почему мне такое попадается? У меня, ну, вот из 10 машин 7 открываешь, оттуда уже выливается. То есть уже люди докатываются до такой степени, когда вот уже есть четкое понимание того, что вот машина, она... Не то, что ее пора продавать, она уже... Ее надо сначала обслужить, а потом продать и обслужить еще раз. И вот выкатывают вот этот ресурс до такой степени, что это... Лишь бы только успеть уйти от этой турбины. Ситуация следующая. Турбина просто так, родная, вот просто так, она не ляжет. То есть клапан EGR. Ну, его надо чистить. Глушить его, ну, я не знаю, мнения настолько разнятся, но я не считаю, что его надо глушить. Его надо просто чистить. Вот и все. Катализаторы и сажевик, да, их надо вырезать. Потому что они имеют тоже свойство забиваться. И поверьте, я могу предоставить Коле и видео, и фото, фиксацию того, что происходит с ним, как только турбина начинает плотно подкидывать масло. Я долгую часть своей жизни занимался выхлопными системами. И что такое катализатор, оплавленный и все остальное, я это все знаю. Поэтому я скажу так, если турбина начинает кидать масло на пустой трубе без катализатора, это один момент. Многие люди ездят и скажу так, что даже до 100 миллиграмм, даже до 150, но это не самая большая проблема. Ремонт этого всего действия достаточно дорог. И сказать четко, сколько он встанет, я не буду говорить. Потому что одни приверженцы купить новую турбину, другие приверженцы отремонтировать старую. Сказать, что у нас есть вот четко ребята, которые могут вот четко отремонтировать турбину. Извините, 2 раза сказал четко, но... Я тоже не могу дать гарантию. Тоже раз. Ребята, не слушайте, все это херня. Берегите природу, не выбивайте катализаторы, просто за ними следите, заливайте качественное топливо. И потом мойте катализаторы, когда они забьются. Не слушайте его. Нам здесь жить, нам этим дышать. Ну, берегите природу. Коробка айсиновская, отличная коробка, имеет мало нареканий. При использовании автомобиля в городском режиме я бы советовал менять частично масло раз в 30 тысяч и полностью замена масла в АКПП на 60 тысячах вместе со снятием поддона и заменой самого фильтра. Не забывайте, пожалуйста, о переднем мосту, в котором тоже надо менять масло, и это 75-90. Не гонитесь за оригиналами, есть очень качественные заменители, начиная от банально простых и дешевых, чем чаще, которые вы будете менять, тем будет лучше, либо мы будем говорить о топовых, там, Redline и так далее. И не забывайте их менять тоже вместе с заменами масла в АКПП. Это передний мост, это раздатка, это задний мост. Частенько передние мосты начинает пускать стружку, потому что если берем передний мост, особенно 3 литра дизель, то на переднем мосту стоит сапунец, да, который наверху стоит, и при замене фильтров, корпуса фильтра, снятия попадает вода. Дальше. Мы не замечаем иногда разрывов пыльников, например, на той же рейке, и туда тоже попадает вода. Извините, но это бывает. Говорить о каких-то там наружных пыльниках, гранат, там, это все пыль. Больным местом считаю рейку рулевую. Да? К сожалению, так как мы все ездим ровно и прямо, то максимальный износ у нас идет по центру. И скажу так, что рейки от 150 до 200 тысяч, они приходят. И если вы вовремя не заметите стук в этой рейке, многие люди не обращают на него внимания, он будет только ухудшаться. И потом уже на валах будет такая выработка, которая, к сожалению, не отремонтируют. Вот так, еще вот так. Да. Ну и, соответственно, с рейкой мы следим за насосом гидроусилителя, меняем в нем жидкость. И это надо делать раз в год хотя бы, ну, по-любому. Ну, это я так считаю, да. Вы можете менять хотя бы раз в 2 года, понимаете? Потому что, ну, чем чаще поменяете, тем меньше проблем. Чем меньше металла в системе, хотя бачки у Q7 Touareg и Cayenne, у них достаточно неплохие. Они с внутренним фильтром, который отфильтровывает все элементы по металлу, который может пустить стружку. Все. Дальше, вот по передку идем, да, банально. Больные места, ну, я не говорю о больных местах, в частности, там, кражах фар, оптики, ледов и так далее. Но это немаловажно, поверьте. Да, вот там, где леды на бамперах вырывают с мясом, да, и это очень часто люди встречается. К этому не подготовлены и до сих пор крадут колпачки на колесах, колпачки вентилей, то есть если у вас особенно там 4 колечка или там знак Volkswagen с Porsche, то их крадут тоже. Дальше. Есть вопросы, например, по машине уже с таким пробегом от 200, по электронике, это по музыке будут проблемы. Потому что задний правый усилитель, он находится в Q7, они бывают, заливаются водой, попадает конденсат, еще что-нибудь, есть нюансы. Замена чаще всего приводится только к замене и покупке его БУ. Также есть на автомобилях с электронной рулевой колонкой, есть зависание моторчиков. Не думал, что это такая проблема, но она есть. А рулевая колонка с электронным вариантом выдвижения и задвижения стоит достаточно некисло. В данном случае повезло, тут механика. Да. По электрике, в принципе, проблем, кроме, там, возможно, отгнивания масс, да, или проблем с проводом, который идет под сиденье водительское, и заливание туда воды при посадке, выходе, входе и так далее, я тоже не вижу. Но поверьте, это все зависит от того, как автомобиль используется. Все. Короче, дверные ручки, бесключевой доступ – это жопа. Люк – это жопа. Вот, ну, Саша на это не обратил внимания. Я как боль говорю, что да, это наш голос. Это жопа, но если ситуация следующая. Для меня нормальным является, когда ты приезжаешь в летний период на мойку, ты заставляешь мойщика или просишь взять банально силикон салфетки, вытереть свой люк, да, там… Ну и так далее. Стартера, генераторы. Как часто надо обращать туда внимание? Честно, ну, бывает клин стартеров, например, да, и об этом вываливает ошибку. Этим болеют в основном бензиновые моторы, особенно 4,2 баровские дористы и рестайловые тоже. Болеет этим. Но, как по мне, лучше купить новый стартер. Если это V8, замена стартера у нас происходит частенько только со снятием или при опускании двигателя. И сказать, что давайте отремонтируем за 1500-2000 гривен стартер, и потом его поставим, а потом опускаем машинку, а человечек, который ремонтировал стартер, немножко вчера был не в состоянии его ремонтировать, но отремонтировал. Поэтому я скажу, что лучше купить новый. Генератор, в принципе, без проблем. На тех же V8 генераторы с водным охлаждением. Скажу, что есть момент подтекания колечек сзади. И если вы уж будете генератор, можно перебирать без проблем. Как часто? Замена, как часто? Как перестанет давать зарядку. Ну вот скажи, как можно сказать, как часто перебирать генератор? Хорошо, но есть какой-то момент, допустим, вот у Volvo я понимаю, что когда там 300 тысяч пришло, вот туда лучше заглянуть и все починить сразу, нежели потом стать в чистом поле без зарядки и на аккумуляторе ехать без фар куда-то в какую-то цивилизацию. Если машина ездит по полям, лесам, по водным бродам и так далее, да, наверное, через определенное время вы увидите у себя загоревшийся генератор, да, или отгниет провод возбуждения генератора, или там, например, у нас в простонародье называется шоколадка, да, реле регулировки. Оно тоже имеет свойство окисляться и потом давать негативный эффект на перезаряд или недозаряд. Вот и все. Поэтому, честно, я про генераторы ничего не скажу плохого. Ступицы? Нет. Ты знаешь, ничего плохого не скажу. Как только мы начинаем на ступицы насаживать 30-миллиметровые проставочки, потому что, ну, к сожалению, это автомобиль повышенной проходимости, который имеет утопленные вылеты, да, то есть у него ЕТ, скажем так, невелик, вернее, наоборот, велик и не настолько мал, потому что чем больше ЕТ, тем утопленнее колеса, то людям это не нравится, и они начинают садить туда там проставочки, удлиненные болтики, или там проставочки с футорками на крепление болтиков. И потом мы не понимаем, почему у нас дисбаланс на колесах, почему у нас мы объезжаем все балансировки и не понимаем, почему же все вроде нормально. У Volvo было все классно. У Volvo вот... Volvo вообще классная машина. Есть классные проставки на Volvo. Никого не слушайте, ставьте. Единственная беда заключается в том, что колеса, сука, вылазят за... кузов, и только выехал с мойки, любая пылинка, и сразу вся бочина грязная. Я тебе больше скажу, есть старые, добрые, красные спарка. И брызговики в клеточку. Короче. Если подытожить, при покупке автомобиля обязательно снимаем защиту двигателя, смотрим, если там сопли текут с двигателя, понимаете, что жизнь у этого мотора, она дальше будет, но... Готовьте, я думаю, $1500 для того, чтобы все это разобрать, проклеить, заодно сразу же поменять цепь, нормально обслужить, собрать все дальше, кататься дальше. И в этом случае, наверное, действительно уже придется кастрировать сажевик, потому что он не дает дышать двигателю. И если серьезно, то вся эта хрень отчасти происходит из-за того, что идет подпор газов, внутреннее давление, ну вот слабые места, где тонко там рвется. И, в общем, плиты текут что на Touareg, что на Q7, что на Porsche, кстати, не течет. А почему? А мотор тот же, только собирается, можно сказать, немножко в другом месте. Ребята, скажу вам так, не старайтесь не покупать машины все-таки на последние деньги, потому что эта затея не всегда хорошая. Старайтесь оставлять бюджет для того, чтобы купить был автомобиль и потом беспроблемно сделать все и решить все вопросы, которые с ним возникнут. Вот и все. Поэтому, в принципе, база очень хорошая. Приятная, комфортная, управляемая и дарящая драйв такой, да, неважно, на дизельном, на бензиновом моторе с более-менее хорошим объемом, поэтому они все хороши, действительно хороши. Недаром на них так много людей ездят, и они настолько востребованы. Вот и все. Я специально не рассказывал всего этого самого для того, чтобы не создать рекламу Audi. Вот парень, он в принципе всю жизнь занимается тем, что он ремонтирует автомобили, и ВАГ его остальное направление, вот Инстаграм, кому интересно, скину. Это Александр, Алика Сервис, все бегом в поисковик, если кому интересно, чем он занимается. Но я специально попросил Сашу рассказать о том, что, какие болячки, и что действительно Audi это не какой-то корч, это не какой-то там набор болтовых гаек. Вот, например, покупаешь себе X5, даже в 70-м кузове, уже молчу про 53-й. Вот 100% вы будете знать устройство автомобиля, потому что, ну, короче, вот просто без слов. Вы будете... Машина классная, машина интересная, но будете знать. А вот здесь, ну, как-то все попроще, полегче. Оценить красоту надо в любой марке и в модели. Поэтому и ломаются автомобили все. Поэтому, кто бы мне ни начал рассказывать там за Toyota, Lexus и так далее, это бессмысленно. По Audi, вот этот, который был, какая у него цена, в принципе, ремонтов стала? По счетчику в ориентировке в районе 14 тысяч. В это входит замена всех фильтров масел в двигателя, замена масел в коробке, в раздатке, в мостах, замена масел в гидроусилителе, замена тормозной жидкости, замена охлаждающей жидкости с прокачкой. Все работы, включая. То есть, грубо говоря, 8 позиций с работой, 14 тысяч со всеми маслами, жидкостями. Да, и умножайте на литраж. Конечно же, масло, охлаждающие жидкости, тормозной жидкости. А тормозную жидкость нужно менять только потому, что она гигроскопичная, она, сволочь, втягивает в себя влагу, и летом при интенсивном оттормаживании появляются пузырьки воздуха. И ладно, все это мы прошли. Да. Ну, в общем, а в принципе ему что-то там надо в ближайшем обращать внимание. Потому что он сегодня заходил в офис, но у меня конференция была, поэтому я не смог. На что-то ему надо обращать внимание? Ты знаешь, единственное, что я посоветую, это повторная замена масла хотя бы через 1000 километров коробки. Частичная, без фильтра. Слилось у него... Сливается после Европы. Нет, у него слилось говнище или... Нет, ты знаешь, работающее нормальное масло. То есть видно, что машина ездила в режимах нормы. Ты сам сказал, что там не было основных перегревов, и это были единицы какие-то разы. Ну, я видел в коробке перегрев 147 градусов. Один раз? Ну, самый максимальный. Что такое один раз? Блин, один раз это уже перегрев. То есть у меня уже, вот как мышиный глазик сжимается, так, когда я вижу, у меня до 110 температура поднимается. Температура вспышки намного выше. Поэтому и температуры там внутри намного тоже выше. Если уже на то пошло, то это не совсем коробочное масло, а гидравлическая жидкость. Ну, ладно. Оно же из коробки? Да. Так что вот так. По затратным частям я скажу так, что чем чаще вы будете заглядывать и беспокоиться о каких-то даже минимальных вопросах по автомобилю, а не забивать на них и оставлять их в дальний ящик, то будет лучше. Автомобиль достаточно надежен и прост при правильном его обслуживании. Поэтому, честно, Audi, она заслуживает на жизнь. Весь ВАК заслуживает на жизнь, поверьте. Так что, ребята, они нормальные. Просто правильно обслуживайте свои автомобили. Вовремя, не жалейте денег на это. Вот это единственное. Неважно, где вы обслуживаете, хоть сами у себя в гараже, ребята, это тоже заслуживает на право и на жизнь. Просто старайтесь это делать почаще. У нас не самое лучшее топливо, у нас не всегда самые лучшие масла и жидкости, поверьте. Вот таким вот был незатейливым этот очень короткий, но содержательный обзор о том, что такое Audi Q7, сколько что стоит. Вообще должно было пойти не так совсем по плану. Здесь должна была лежать гора запчастей, с которой мы должны были брать, рассказывать, что такое сайлентблоки, что такие шаровые. Саша говорит, а нафига, если оно не так часто ломается. Да. И в общем мы решили вот так вот спонтанно записать. И да. Я единственное, что хочу вам еще сказать, если вы хотите отремонтировать ходовую, да, вот у вас есть какие-то вопросы по каким-то сайлентблокам, по каким-то шаровым, то мой вам совет человеческий от себя, да, личный, разделите ходовую на две части, переднюю и заднюю. И если у вас уж что-то начало беспокоить в передней ходовой и у вас, или в задней ходовой, и у вас проблем больше, чем две, накопите денег и купите всю ходовую сразу. Постарайтесь. Но возьмите ее и замените ее в сборе. Я это сказал. В этот раз я просто молчал. Да. Не старайтесь есть там кусочек курицы, да, вот маленькими кусочками. Вы же едите там всю ножку курицы или крылышко и так далее. Вы же не раскладываете его по частям. Старайтесь это делать все в комплексе для того, чтобы сделать все и забыть. И иметь свой отчет, что вот на таком-то пробеге я сделал так-то ходовую, и забыть про нее. Audi машина неплохая, имеет право быть на жизнь. Спасибо, что досмотрели эту техничку до конца. Кстати, многие писали, вот давай техничку, заодно и посмотрим, насколько много и людей посмотрели, и что самое интересное, посмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить там лайки, что там еще, колокольчики нажимать. А, есть еще одна тема, слегка заспойлерю, скоро будет еще один канал, он будет только на украинском языке. Вот есть люди в комментариях поделились на два лагеря. лагеря, есть русскоязычные. Я обращу внимание, что у меня есть все страны постсоветского пространства, и Киргизия, и Казахстан. Я, кстати, в Казахстане жил довольно такой длительный период времени. Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия. Эти люди, они понимают русский язык, поэтому я вещаю на русском языке. Хоча я нормально спілкуюсь українською мовою, і саме другий канал буде для спілкування суто українською мовою. Дуже вдячний, що ви додивились це відео до кінця. Всем удачи на дорогах. Как будет на украинском языке? Не звучит, не звучит. Всем пока-пока. С вами был Николай Тарануха и компания «Один авто».